Народний депутат України, президент Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов привітав колектив медичного дому «Одрик» з професійним святом – Днем медичного працівника. Парламентарій вручив працівникам закладу цінні подарунки, персональні комп'ютери, почесні нагороди і грамоти. Зазначимо, що цього дня Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету також урочисто відкрив одразу дві нові клінічні кафедри на базі медичного дому «Одрик». Це кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини болю, а також хірургії. Ми поздравляли весь колектив медичного дому «Одрекс». А здесь большой коллектив, мы их поздравили ценными подарками, мы грамотами, мы открыли сегодня две кафедры. И вы знаете, очень хорошо воспринимают. Воспринимают, потому что университет, когда открывает свои подразделения, то есть основное структурное подразделение в любом университете – это кафедра. И когда это происходит торжественно, когда они видят, что это не просто для галочки, когда они видят, что здесь будет настоящая наука, и здесь она будет совмещаться с практикой, всегда хорошо воспринимают. И я хочу поздравить всех медицинских работников с этим праздником. Пусть наши медики сами будут всегда здоровы. Пусть наши медицинские работники будут всегда востребованы. Пусть они будут счастливы от того, что они делают. Пусть Господь их хранит, потому что медицинский работник – это здорово. Медицинский работник – это человек, который посвящает себя лечению других граждан. Я благодарна, да, Международному гуманитарному университету и Сергею Васильевичу за то, что они так высоко оценивают труд докторов, да, и мой в частности. Это так редко, когда люди в наше время с таким уважением, с таким, наверное, трепетом и с таким пониманием относятся к нашей профессии, которая совсем не легка. То есть большое ему за это спасибо. Відтепер студенти медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету будуть приходити до затишного сучасного хабу на лекції та практичні заняття. Тут юні медики матимуть унікальну можливість на великому екрані спостерігати за проведенням найскладніших операцій. Откуда беруться гені? Лучшие хирурги. Они с первых дней должны видеть самое современное, самое лучшее, что есть в Европе и в мире. И когда он будет учиться на этом оборудовании, когда он будет принимать непосредственное участие и видеть, как нужно проводить операцию, и будет стоять рядом с операционным столом и учиться, вот это будет настоящий врач. Поэтому мы в лучших клиниках открываем свои кафедры. Содружество с гуманитарным университетом, с его подразделением, которое занимается медициной, для нас практически очень важная вещь. Мы в этом усматриваем воспитание будущего поколения врачей, которые будут работать и в медицинском доме «Одрекс» также. Студенты будут получать, кроме теории, еще и практические занятия, отрабатывать практические навыки. И на выходе, получая уже через несколько лет свои медицинские дипломы, не быть какими-то как слепые котята, знаете, выпускаясь из института, а быть практически же готовыми специалистами. Вот это важное сотрудничество между медицинским домом «Одрекс» и гуманитарным университетом было бы невозможно без воли и желания Сергея Васильевича Кивалова, который руководит университетом. Он человек с колоссальным опытом, он с большим политическим опытом. И вот сейчас опять в преддверии парламентских выборов мы знаем, что он дальше баллотируется в Верховную Раду. Баллотируется, кстати, от нашего района, где мы находимся, в Приморском районе. И, конечно же, мы перед ним, как народным избранником, ставим те вызовы, которые волнуют нас с медицинской позиции. И мы имели обсуждение. Он абсолютно заверил весь трудовой коллектив, что все те проблемы, все то, что волнует медицинское сообщество, он однозначно будет продвигать. Как человека я абсолютно поддерживаю Сергея Васильевича. Я не политик, я не имею к этому отношения, но я думаю, что вот те мысли, которые мы обменивались, так, они, вот я понимаю их, что он говорит, и что важно, он
что он понимает, что мы говорим именно о медицине. Потому что это медицина, это безумно сложный проект. Тут проходитимуть практику не тільки студенти, що навчаються за спеціальністю медицина, але й студенти-стоматологи. Тут є все для комфортного та якісного навчання майбутніх професіоналів медичної справи. Ультрасучасне обладнання, медперсонал, кандидати і доктори наук і, звісно ж, велике майбутнє. Студенти, аспіранти та інтерни будуть брати участь в лікувальному процесі та проводити наукові дослідження. А у подальшому працевлаштовуватися у найсучаснішому медичному центрі півдня країни. Нам лучше иметь дело со студентами и готовить их вот с самого их начала, чтобы разговаривать, чтобы им прививать вот наше видение этой жизни, этой работы, этого вот всего этого дела. И чтобы как-то потом их видеть у нас уже на работе, но для этого нужны годы. Мы готовы там, эти годы потратить на воспитание, на обучение. Совместными усилиями фундаментальной платформы, предоставляемой научной платформой Международным гуманитарным университетом и колоссальным опытом, современным опытом медицинского дома «Одрекс», мы надеемся, сможем внести посильную лепту в решение этой важной для пациентов и для врачей проблемы. Что касается взаимодействия классического университета и клиники, мы считаем, что присутствие медицинского факультета в структуре классического университета позволяет максимально полно использовать научные фундаментальные разработки и быстро, оперативно насущные из них переводить в клинику через экспериментальные работы, через клинические испытания. Все современные гайдлайны, протоколы медицинские, они подразумевают использование уникального оборудования, современного медицинского оборудования, например, ультразвуковой навигации в анестезиологии и интенсивной терапии. Если без этого современный врач будет оказывать помощь в анестезиологии или в интенсивной терапии, эта помощь не будет высококвалифицированной, она не будет того уровня, который бы хотелось, и тот уровень, которого придерживаются все международные протоколы и международные специалисты. Поэтому обучение молодых студентов, молодых врачей именно очень важно с использованием современного оборудования, современных методик, для того, чтобы быть в тренде и постоянно двигаться шаг в шаг з тим, як розвивається медицина в мірі. Зазначимо, що народний депутат України лобіює інтереси представників медичної сфери у Верховній Раді. Парламентарій направляє прем'єр-міністру та до профільних відомств депутатські звернення, запити та висуває законопроекти, які сприятимуть покращенню умов нелегкої, але плідної праці медиків, а також матеріальній підтримці пацієнтів, яким іноді не вистачає грошей не тільки на лікування серйозних захворювань, але й на прості ліки для підтримки життєдіяльності. Так як онкологічне заболевание требует больших средств, и лечение онкологических больных достаточно длительное, и фактически до конца жизни пациенты должны получать какую-то поддерживающую терапию, она дорогая, то поддержка государства имеет очень большое значение для этих пациентов. И Сергей Васильевич Кивалов выдвигает свои предложения для более существенной поддержки этих пациентов в нашем государстве, так как онкологическая патология в своей численности увеличивается, больше населения страдают онкологической патологией, больше это молодое население тоже, это имеет очень существенное значение. Нагадаємо, що в квітні нинішнього року медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету підписав угоду про співпрацю з медичним домом «Одрекс». Зазначимо, що на базі МГУ наразі відкрито дві ультрасучасних стоматологічних клініки. Також в Одесі відкрила свої двері студентська аптека, що стала базою практики для майбутніх провізорів.